Международная тактика «Специальное учение» сотрудников МЧС Брестского гарнизона совместно с польскими спасателями прошло на территории предприятия «Санта-Бремер». Неоднократно проводимое мероприятие дало возможность общими усилиями справиться с чрезвычайными ситуациями. Водного номер один. 11 декабря 2014 года на СП «Санта-Бремер» 17 часов 10 минут произошла разворотизация входного метапровода. Оперативные прибытия машин со спецтехникой и слаженная работа спасателей. Именно так реагируют на возникновение чрезвычайных ситуаций брестские МЧСовцы. И в этот раз ситуация была решена подобным образом. С той лишь разницей, что работали спасатели совместно с представителями Государственной пожарной службы Республики Польша, которые приехали в город над Бугом для того, чтобы принять участие в тактико-специальных учениях, проведение которых уже давно стало традиционным и доказало свою эффективность. Мы работаем в рамках реализации проекта. И вот такие учения проводим раз в квартал. До этого проводили на территории Республики Польша, сейчас на территории города Бреста. Бесспорно, польза от этого очень огромная. Почему? Потому что мы в совершенстве на практике изучаем работу наших коллег и свою, показываем лучшие подходы, лучшие варианты ведения соответствующих действий. Ну и главное, что идет тренировка администрации предприятий. Перед спасателями в ходе прошедших учений было поставлено сразу несколько задач. Ликвидировать аварию, связанную с утечкой аммиака, потушить пожар в здании предприятия «Санта-Бремер», а также эвакуировать людей из горящей машины, съехавшей в кювет. Особую роль при выполнении играет наличие специальной техники, которая помогает огнеборцам оперативнее решать возникающие проблемы. Одна машина пожарная, как это, смотрите, «Вольво». Там здесь 6 людей, оборудование для ратовництва технического, для тушения пожаров и разные такие дробнейшие сфенты. Да. И на втором машине штабовым приехал, тут 6 человек, и там на штабовым приехало у нас 3, еще представители саможонда из Лощицы. Мы сегодня можем сказать, что в принципе по экипировке личного состава, по наличию техники мы уже одинаковы. Если еще лет 15 тому назад была существенная разница, то сегодня мы уже нисколько не отстаем вот по мощности техники, по их тактическим данным. То есть, в принципе, одинаково. Но сами подходы в ликвидации таких сложнейших пожаров или ситуаций аварийных, значит, они имеются. Мы их вот выявляем и находим общее решение для того, чтобы это все-таки было более эффективно. Результат совместной работы – успешная ликвидация аварийных ситуаций. Спасатели доказали, при необходимости они всегда придут на помощь. Тактика специального учения дали возможность обменяться опытом, который так важен при возникновении чрезвычайных ситуаций, так как помогает найти выход в максимально короткие сроки. А дружеские и рабочие отношения впоследствии помогут скопировать общие усилия при экстренном выполнении задач любой сложности. Очень приятно нам, что можем участвовать в ваших учениях здесь, на закладе «Санта-Бремер». Учимся, как они работают, как мы работаем. Мы встречаем на таких учениях, да, и учимся от друг друга. Бесспорно, польза от этого очень огромная. Почему? Потому что мы в совершенстве на практике изучаем работу наших коллег и свою, показываем лучшие подходы, лучшие варианты ведения соответствующих действий. Ну и главное, что идет тренировка администрации предприятий и рабочего персонала. Как и что необходимо делать в такой ситуации? София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.